Ну что, ребят, мне сказали, что баланс снайпера настал, причем вместе с этим обновлением. Но я могу вас огорчить, потому что авангардом они убили все старые пушки, и на снайпера, и вообще в принципе все ППшки, дробовики и так далее, и штурмовки. И добавили новую снайперку, которая ваншотит. В общем, всем привет! Обновление ПТС уже вышло, и сейчас мы будем, собственно, его щупать. И в первую очередь, естественно, что я хочу сделать, это купить Галил, это понятно, ну, раз он тут уж есть, сразу же его возьмем, пожалуй, да? Городской призрак, это что, это достижение, что ли? Городской призрак. Походу, что достижение. Доброволец. Ну, нахрен мне ваши эти достижения, перчаточки, это все круто. И АВП нам добавили в этом обновлении. И я его сразу же беру, запускаюсь на склад, на полигон и смотрим. Во-первых, статы. Статы. Смотрите. 34 темпа. А лоды сделали то, на что не хватило яиц у Блэквудов. 34 темпа. Блядь, у нас медленнее снайперки, наверное, не существует. Ну ладно, это полбеды. Заходим. Что по модулям? Сошки АВП разложены. Снижает отдачу, кроме положения лежа. Ага. Точность увод ствола. Ага. А, 4-5 крат прицел и двукратный прицел. О. А это что такое? Зум сейчас охрененный? О, ребята! Приехали! Приехали, ребята! Нам добавили, наконец-то, снайперку новую. У которой вообще нет фазума. И очень ужасное прицеливание. Очень ужасное. Не, ну слушай. С таким темпом, мне кажется, даже серию сделать невозможно будет. Тут вся фишка в том, что отсутствует фазум вообще напрочь. Ну типа вот. Я пытаюсь фазумить, как со всех снайперок. Даже вот так не фазумит. А чей так обычный. Даже вот при таком нажатии клавиш фазумит. Но, скорее всего, эта штука ваншотит абсолютно всю броню. И мы сейчас это сразу же пойдем и затестируем. Не, ну с таким зумом. Вот я придерживаюсь того, что темп должен быть как у читака. И зум как у читака. И тогда будет нормально. У обычного читака. Не читака, который зима. А который обычный читак. Сейчас производим тесты живые. Новые снайперской винтовки. Начнем со штурмовика. В тело штурмовик ваншот. Инженер в руку ваншот. Понял. Понял, ребята, вопросов не имею. Давайте быстренько к стеночке встановимся. Штурмовику в ногу даю. Штурмовика ногу ваншот. Инженера в ногу, естественно, тоже ваншот. Так, а то сейчас еще с глушечком проверим. У него тут глушитель есть, который немного снижает урон, написано. Сколько, немного неизвестно. Но в руку не ваншот штурмовика. В руку инженеру не попало вообще. Класс. Хотя ровно стрелял. Понятно, глушитель не юзаем. Все, в принципе, все тесты произведены. Новая снайперка ваншотит. Но она очень убита по другим статам. Вот прям очень убита по другим статам. И сейчас как с ней будет играться, я даже представления примерно не имею. А все это началось, ребят, из-за чего? Из-за снаряжения Авангард, которое они добавили. И, кстати, точно такое же снаряжение можете забрать и вы, перейдя по первой ссылке в описании. Забирайте комплект крутого снаряжения, еще и доната. И новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться, а те, кто не заходили больше месяца, могут забрать и все то же самое, еще и пушки будут чуть-чуть получше. Пользуйтесь, потому что без этой брони сейчас Warface Unreal играть. Тут раскачка получше, чем у Барата, но она есть, но не сильная. Ой, как же сейчас будет больно, я чувствую. Ой-ой-ой-ой-ой. Но она ваншотит все, абсолютно. Штурмовика, руки, ноги, неважно. 34 темпа, это очень низко. Я говорю, давай фраг и умирать. Ну, серию из двоих сделал. В прыжке прицел войди. Прыгал. Нормально все? А, у нее же еще фазума нет, это тоже там, хорошо. Там все... Нет, это ничего хорошего. Типа а она... я считаю, фазума она... не должно быть. Должен быть фазум, Миш. Он не должен... Он должен быть приемлемым, а не такой, что типа ПКМ, ЛКМ нажал. Это во-первых. А во-вторых, с таким темпом должен быть либо фазум, либо темп пониже должен быть. Ой, точнее, повыше должен быть. С таким зумом. Это совсем не баланс. То, что они сделали. Прям, ну, совсем не баланс, типа. Че ты за Авика-то переживаешь? Да, в смысле, что я за Авика переживаю? Ты основная часть комьюнити, ты понимаешь, нет? Люди выбивают все снайперки, блядь, а потом вводят ебучую броню и фиксит просто АВП. И за АВП становится невозможно играть. Вот прям невозможно. А как не бомбить за это? Типа, я понимаю, что да, я там тоже зачастую любил Авиком поиграть, но я не, это не мой мейн-класс. Типа, у меня, я Авиком играю только, когда у меня летит. Когда не летит, я беру спокойно инженера, медика, кого угодно и играю также себе спокойненько. Я переживаю за ту часть комьюнити, которая играет чисто на авиках.
которые навыбивали себе до хрена доната, и при этом сейчас ни один из этих, ни одна из этих пушек не ваншотит. И нам добавляют вот это вот. Ну, типа, да, с одной стороны, это баланс, круто, казалось бы. Но с другой стороны, это полный трэш. Полный трэш. Типа, должен быть либо фазум у нее при таком темпе, либо темп выше. Все. Да, к ней, может быть, привыкнут и так далее, но, блин, 34 темпа — это самый низкий темп в игре. Самый низкий. Галил Эйс вот тут играет. Да, он не патрон закладывает, он дергает затвор. То есть я вот играю сейчас, и я типа, ну, больше своего времени провожу с черным экраном, потому что у меня открывается зум. Он открывается очень неприятно глазу. Я застрял в ебаном мусоре. По-моему, я застрял в Warface, ребята. Warface в ногу попал. С одной стороны, да, круто, это баланс туда-сюда. Ну вот вы посмотрите, как долго у меня открывается прицел. У меня типа черный экран. Черный экран 3 минуты. Это же... Это реально трэш, факинг трэш. Нужно зум ей ускорять. Ну, хотя бы на... Я не знаю, ну хотя бы делать как у Читака обычно. Потому что, ну, либо темп увеличивать. Это я уже говорил. Максимально неприятный знак. С нее попадать возможно, нормально все. Играть возможно, даже серии вон, видите, получается делать. Но все равно. Просто смотрите. Открываю прицел, блин, и у меня черный экран. Причем вот этот момент черного экрана, ты можешь запросто потерять противника. Это не есть хорошо. Вот мы говорили, так надо было изначально сделать со всеми снайперками. А они просто убили все снайперки и начнут сейчас все по новой, ребят. Ну, типа, это же... Это просто факт. Это просто факт. Факт, который стоит принять. Сказать, что мне вот нравится эта снайперка или нравится этот новый стиль? Нет. Я буду играть с ней, если она будет в таком виде, чисто ради того, чтобы просто бесить тех типов, которые не хотели голосовать за фикс авангарда. Которые вообще никак не хотели голосовать за фикс авангарда. Я буду вот только ради этого буду играть с этой снайперкой. Чтобы просто бесить типочков. Потому что, ну, с обычной снайперкой ты играешь, ты не ваншотишь типов. А так они считают, о, побегали, месяцок. И тут хуяк и новую снайперку заводят. Да, с ней нужно будет уметь играть. Да, она не такая имбовая, как все предыдущие. Но, типа, тем не менее. Да, немножечко, конечно, у нас настрой видео не... Не задался изначально, потому что Миша задал вопрос, что я за авиков говорю. Ну потому что это люди, это комьюнити. Финичка. Тайминги, механики и все. Ну да, конечно, снопа оставляет желать лучшего. Точнее, ее статы. Сама-то снайперка, в принципе, моделька неплохая, звук неплохой. И даже серию возможно делать. Но зум очень ужасный. Да, а двухкратный прицел тут сюда на нее добавили. Для кого? Ну, чтобы, типа, что? Чтобы что с ним делать? Вот такой вот АВП нынче стал. Зафиксили? Зафиксили. В говно зафиксили, в говно зафиксили. Нет, и вот однозначно нужно увеличивать скорость зума. Потому что темп, в принципе, приемлемый. То есть ты с него вот так вот раз, два, три, четыре расщелкивать не сможешь. Да, как бы зуму чуть-чуть добавить скорость и все. Ну, либо переработать ей вообще сам прицел. Потому что вот эта вот хрень, когда у тебя прицел раскрывается с правой нижней части экрана в центр, это очень хреново. Когда ты нажимаешь по КМ, у тебя черный экран становится на секунду там, ну, или больше. Это неприятно. Ой, про Галил, что я думаю вам сказать? Ну, по Галилу я, можно даже, в принципе, с ним не играть, наверное. Потому что и так все примерно более-менее понятно, что это, ну, типа что-то а-ля... Вал нового поколения. С ним отдельный ролик будет, и будет на ну, типа, а-ля формате РМа, потому что не вижу смысла на мясорубке дубасить с него. Ну, вот отдача с него. Ну, она отсутствует почти. Моделька, как из колды взята. Ну, абсолютно точно прям могу сказать. Прицел прикольный, кстати. Перезарядка быстрая. Ладно. По поводу авика, я думаю, вы все поняли. Я надеюсь, они будут его что-то дорабатывать. Ну, потому что, ну, это факинг трэш тут.